И всем привет, с вами я, Супер. Сегодня будет видеообзор на наборчик, вот такой маленький наборчик Lego City под артикулом 60-156. В этом наборе всего лишь-то 53 детали. Набор вышел в 2017 году. Вот. Называется «Багги для поездок по джунглям». Его розничная цена 299 рублей. Вот. А в Казахстане он стоил вроде 1500 тенге. Я его покупал со скидкой. Он обошелся мне за 1200 тенге. Вот. Покупал, значит, в детском мире. Вот. Еще оплатил, значит, дополнительно бонусами. 403 бонуса. Вот. Да. Ну, давайте посмотрим этот набор с разных ракурсов. Сзади показаны экшн-сценки. Конечно, круто, что тут наклейку приклеили прям. Сверху тоже экшн-сценка. И мини-фигурка один к одному. Вот, здесь только одна мини-фигурка. Но этот набор мне понравился тем, что здесь еще есть паучок. И какая-то статуэтка. И багги. Вот. Давайте откроем содержимое этого набора. Давайте откроем содержимое этой упаковки. Здесь одна, один пакетик и второй пакетик. И вот такая маленькая инструкция. Вот. Давайте посмотрим инструкцию. Что там у нас есть. Ну, обычное содержание, как собрать набор, чтобы удобно было. Мини-фигурка одна. Наш набор на 21 странице Lego Worlds, реклама и запасные детальки, все детали в наборе. В задней части в игры набор Lego, здесь у нас коп нарисован. Вот. Ну давайте я соберу этот набор и вам покажу. Итак, я собрал этот набор. Значит, сборка была очень простая. Вот. У нас еще осталось, значит, запасные детальки. Вот, отложим эти детальки в сторонку и посмотрим сам набор. Набор, кстати, очень неплохой. Мини-фигурка сама исследователя неплохая. Так. Детализация очень крутая, смотрите какая. Видите, фокусировка какая крутая на этой камере. Вот. Как видите, у нее есть отражающиеся детали. Вот здесь они. У него есть рация. Так, камера, фокусируйся. Рация. У него есть разные такие ремешочки. Крючок у него есть, значит, вот такой. Веревки, чтобы он на высоту подниматься. Есть разные кармашки. Три кармашка. И сама сабля. Сабля, я не знаю, как еще можно назвать. На самом деле, вроде не сабля. 2016 года выпуска. Еда. Даже можно артикул найти. Посмотреть. Вот. У него есть щетина такая. Улыбка на лице. Или ухмылка даже. В задней части тоже у нее есть рация дополнительная. Или сам датчик, наверное. Ремешки у нее есть. И продолжение самой веревки. На руках принтов нету. И на ногах тоже. Вот такая кепочка у нее есть еще. У меня такой кепочки не было у Лего. И еще круто в этом наборе то, что вторая сабля есть в комплекте. В запасных деталях. Вот она. Давайте сначала посмотрим, наверное, сам транспорт. Транспорт сделан очень неплохо. Давайте мини-фигурку поставлю куда-нибудь сюда. И посмотрим сам транспорт. Ну, такой крутой транспорт, в принципе. У него есть вот такие полоски, чтобы вы не упали с этого транспорта. Я не знаю, крепежи, не жалко. Вот. В задней части запасная сабля есть у него. Меч. Чтобы в тропических лесах врублять вот эти растительность. Есть бинокль. Вот. И сзади есть вот такая деталька решетки. Мне, как по мне, это выглядит как багги, небольшой багги с двигателем.
расположенным сзади. Вот такой. Кстати, спереди принт. То, что мне порадовало. То, что большинство наборов Лего есть наклейки. А именно по Звездным войнам их очень много. Может, и в других сериях они тоже есть. Вот такой небольшой транспорт. Вот. Колесики, конечно, побольше, чем у некоторых наборов. Ну, понятное дело, в тропических лесах вам надо проезжать разные препятствия. Вот. Давайте посмотрим теперь саму небольшую постройку. Можно ее вот так раз. Так, не получилось. Вырезать. И здесь ждет нашего исследователя Бриллиант. В реальной жизни, конечно, не так. Ну, может быть. Но это не точно. Так, здесь у нас, значит, встречает нас паук. У меня такого паука не было. Он интересно сделан. Вот. Крутая деталька такая, паука. Внизу у него, значит, один пин. И все. Вот, давайте его поставим. Сама постройка. Сама постройка сделана, в принципе, неплохо. Здесь статуя сама похожа на человечка. Вот. Здесь использованы такие детали шипов. Вот. И, ну, я не знаю, что еще сказать. Ну, неплохой такой наборчик, на самом деле, за свою стоимость. Здесь вы можете получить и колесики, и крепежи, второй мачете, и саму мини-фигурку. Вот. Ну, что я могу сказать? Покупать ли этот набор? Ну, на самом деле, можно купить вот такой хотя бы один набор, потому что здесь вы найдете крутые детальки, крутую мини-фигурку с таким хорошим принтом спереди. Вот. Неплохую постройку, растительность, которая вам поможет сделать, я не знаю, какой-нибудь кустик и так далее. Вот. Можете получить паука. Наверное, ядовитого, он такой красный. Вот. Сам транспорт, колесики, фары и принтованную деталь защитника, наверное, природы, джунглей. Вот. Ну, неплохой набор. Покупать его однозначно стоит, вот этот маленький, хотя бы один, чтобы у вас был. Вот. Есть, конечно, батлпак, не батлпак, а набор для начинающих, там, три мини-фигурки, и там есть и ученый. Я его тоже вам советую, потому что я просто не нашел такого набора, если бы он был бы, я бы его купил бы, на самом деле. Он всего что стоил 2000 тенге, вот, это вот этого. Но я купил этот набор, потому что других не было. Вот. С вами был я, Супер. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Все, всем удачи, всем пока-пока.